Привет, мои друзья! Мы находимся в городе Новосибирске, Первомайская 140, Первомайский район, соответственно, конечно. Давайте посмотрим, здесь какие-то новинки привезли. Мыть полы, здесь швабра, смотрите, какая, здесь прикручивается. Слушайте, и как это что работает, я не знаю, там инструкция. Есть. А, вот как ведерочко несешь. Видимо, как-то здесь что-то подсоединено. И здесь есть и мыть, и это отжим есть. Но это надо читать. Так, и сколько это стоит, счастье такое? Давайте посмотрим. Ну, что я хочу сказать, не нашла я, сколько стоит. Надо узнать у людей, кто здесь работает, работников. Что это такое? Ну-ка. Ого, здесь что, палатки уже продаются? Ничего себе, палатка туристическая. 1398 рублей. Ого, двухместная. 2 на 150, 110. Вот кому надо, можно, кстати, заранее уже купить. И недорого, кстати, правда. Так, это что там, набор контейнеров. Ну, до туда я не допрыгнул. Ну, это никак мне не допрыгнуть. Так, кто-то у меня про кувшины спрашивал. Так, комплект. 208 рублей. Так, а это что за тарелочки красивые? Выглядывают, давайте глянем. А это, наверное, подставочки, наверное, под цветы, скорее всего. Миски. О, набор мисок 119,70. 5 литров, 2,7. Слушайте, давайте посмотрим, что это такое. А, здесь 3 миски. А, ну да, 3 миски. Отличненько. Я люблю всякие такие. Мне очень нравится в таких крошить салаты, какие-то там мыть фрукты. Очень удобно. Вот здесь тоже еще комплект мисок. 3 штуки. А здесь, наверное, внутри, наверное. Ну, с крышечкой тоже интересно. С крышкой, мне кажется, даже и выгоднее. Ну, с другой стороны, 100 рублей разница. Если мне просто как бы мыть, да? А вот еще, смотрите, набор мисочек-то. Вон там, видите? 162,80. Там видно вам? Вот, зафиксируйте раз и посмотрите. Так. Ведро 12 литров шоколадного цвета. Так что еще у нас много чего есть. Пойдемте еще посмотрим, что у нас есть. Что у нас интересное есть? Что это такое? Это на стол. А-а-а. Пленочка. Слушай, вот какая интересная. Слушай, как мой стол. Вот. Он точно такой же оригинал. Кстати, да. 286 рублей. Слушай, ну здорово. Вот здесь параметры я вам показала. Покрытие для стола. Все правильно ты говоришь? Смотри, какие зелененькие есть. Красивые. Ну, вот это прям хорошее. Да, вот это мне верхнее тоже больше всего понравилось. Ну, на стол похож, ага. Супер. Слушай, а это что такое? Коврики. А это в автомобиль, да, вот эти коврики? А, нет. Куда это? Вот это коврик куда? В туалет, видишь, нет. Все уже увидела. Все, вообще уже. Так, а это? Это в прихожку. Здесь написано фляга, но фляги не вижу. Так, а это что такое? Мячи. Мяч его надо надувать будет. Чего только нету. Матрасы надувные. Чего только нету. Как я давно не была в этом магазине. Как я его люблю, этот магазин. А вот, смотри, какая красота. Ой, вообще супер. Мне нравится. И вот какие рисунки. Ёлки-палки. И вот.
Слушайте, так они двухсторонние. Оба. А здесь подсолнух. А здесь ягода всякая разная. Слушайте, ну здорово. Скатерть. Так это правда, 58 рублей. Это вообще супер. Ого. Мне нравится. 29 рублей. А в магазине, то есть в магазине? Аккумулятор, пульс? Он будет стоить на 5,5. Ого. Слушай, ну действительно здесь как бы выгоднее. А это что такое, провода какие-то пусковые? Вот сегодня про масло говорили. 775 рублей, 4 литра стоит масло. А, кстати, рассказывал это друг, и он сказал, что отдавали на экспертизу, и что она соответствует, вот это масло соответствует, кстати, ГОСТу. Так что, оказывается, можно и брать. А мы-то откуда чего знаем-то? Силиконовая смазка. Ну, блин, много ее здесь. Смазка 133 рубля. А чего она смазывает? 460. А смазка? А, 100. А это антифриз. И что? Это для чего? Это для даже панель ты можешь смазывать. А. Это силиконовая смазка, она везде идет. Ну, тем более за такие деньги 133 рубля. Зубная паста 49 рублей. Зубная паста 3-4 рубля. Не, зубная паста вообще дешевая. А в магазин зайдешь, там вообще цены капец. И не у всех есть деньги, но всем нам хочется зубы чистить. А что, нормальные паста, она и паста, и есть. Видишь, паста. Набор 222 рубля. Но 222 рубля. Вот. Заряд бодрости. Ну а что? Кому-то пошел он на день рождения. Купил и дешево, и сердито. Пена 400 и гель для душа. Одновременно, два в одном. Нет, дешево, дешево, да. Вот слушай, какая-то паста новая. Тык-дык-дык, это какой из них нам подходит? Это набор, это не набор. 5 штук. Каста, ну, у нас же паста еще маленькая есть. А в доме-то? В доме-то нету? Есть новая. Есть. Слушай, ну давай зубную щетку возьмем. Кстати, брали кто зубную щетку? Мне надо, чтобы они не твердые были. У меня просто десна кровоточат сразу. А здесь не поймешь, мягкие или нет. Ну, за эти деньги можно и взять, кстати. Наверное, возьму. А если кто брал, хоть подскажите. Ну ладно, куплю, наверное, на всякий случай. Так, кстати, ополаскиватель брала я тогда. Не знаю, помог мне, не помог, но зубы как бы, десна как бы лучше стало. Ну, не так сильно кровоточит. Ну ладно, мои хорошие, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Всем-всем мира и добра. И с Новым годом вас, роднулечки мои. Пока-пока.